Друзья мои, сейчас я вам покажу самую сумасшедшую рельсовую дорогу, либо канатную дорогу. Skyglade, так называется она на английском. Спроектирована она австрийцами. Австрийцами. Мы находимся сейчас в Малайзии, на острове Лангкави. И мы идем на самую верхнюю площадку этой канатной дороги. Вот сюда. Мы идем для того, чтобы увидеть прекраснейший закат солнца, который уже наступил почти. Это Андаманское море, и вечереет слегка. Ага, мы приехали, да? И мы приехали, друзья мои. Всем привет с берегов Андаманского моря и с острова Лангкави, Малайзия. Меня зовут Олег Петров. Мама, не бойся, со мной все в порядке. Всех люблю, целую, обнимаю.